Всем привет, на канале Мусалим. Hyundai Solaris, работаем по жидким подкрылкам. Вот так вот все у нас уже обработано. Нанесли слой где-то 3 миллиметра. Жидкая резина. Данный материал служит шумопоглотителем внешним от дороги и как антикор соответственно работает. Никакого запаха в машине не появляется. Время высыхания данного материала около 24 часов. А через 3 часа можно спокойно уже передвигаться на автомобиле. Перед установкой штатных подкрылок локеров мы проклеим вот таким вот материалом дополнительно всю площадку соприкасания пластика и железа. И это идет как дополнительная шумоизоляция. Все, мы приступаем к сборке. Всем пока-пока.